Здравствуйте, друзья мои, с вами Бамбу. Я вот сейчас смотрел в окно и вот ощутил такое, как это назвать-то, не расслабление, а ощущение какого-то вот, полного восприятия всего без напряжения, без чего-либо. Вот. И это, то есть это переживается, ощущается довольно-таки, можно сказать, часто, но в контексте сикухати получается так, что вот именно эта игра, сикухачевая в таком вот медитативном смысле, она как раз-таки очень простая, что является, таким вот одновременно обманчивым. То есть, как бы, когда говоришь, вот эта игра простая, но эта простота, чтобы прийти к этой простоте каким-то вот образом, люди проходят, огромные какие-то пути, как считается, в определенных течениях проживается много жизней, или даже в той жизни, которую мы считаем, вот происходит здесь, тоже много происходит переживаний, каких-то путей, взлетов, падений и так далее. И в том числе и в сикухате. То есть, существует определенный путь, как бы такой вот. То есть, есть мастера какие-то там. И сейчас вот тоже монахи такие, практикующие люди. И вот это с внешней стороны понять вот это опять должен человек, может человек, который сам обладает определенным свойством, понять, да, что это играется, как это играется. Потому что в сикухате, в каком-то смысле становится популярней из-за того, что все-таки вот эти вот интернет-средства массовой информации развиваются, и, соответственно, развивается и сикухати. И происходит вот, как я наблюдаю, такое двоякое, да, то есть двоякое явление. То есть, с одной стороны, больше людей подключается, и как бы этот образ человека и вот памбуку и флейт, он как бы это просто такая картинка, которая есть, да, то есть это может быть, так скажем, вот просто вот человек из флейта, это может быть какой-то практикующий монах, который там 40 лет практикует реально, который вот играет, и это просто может какой-то парнишка быть там, который вот увидел чего-то, взял бамбуку, там какую-то палочку, одел какую-то там одежду, которая опять-таки тоже там доступна, еще что-то,
омы какие-то там, я не знаю, развесил вокруг ушей и что-то такое. И как бы вот это такие образы, да. И в других, так скажем, инструментах, ну, например, фортепиано там, ну, европейские, они чем отличаются? Ну, то есть тут как бы сразу, да, вот человек садится и что-то наигрывает, и сразу становится, что это вот какой-то опытный профессионал, так скажем, да. Или наоборот, человек раз там, и, ну, понятно, что он еле-еле там чего-то играет. А в Секухате вот этот момент, он очень такой, он другой. То есть здесь сама природа этого явления, что вот один звук, один Будда, да, то есть один звук, один Будда, то есть звук прост, доступен, един. И так и есть. Это правда, это истина, которая как постулат существует, и она по-другому и не скажешь, да? Но в то же время происходит, ну, как это назвать, профанация определенная, да, то есть, с другой стороны, в конечном итоге люди начинают проникаться тем, что это за явление, и постепенно, ну, что называется, отделять зерна от плевел и вообще как-то вот ориентироваться, да. Но вначале, тем более сейчас вот я смотрю эти все паблики, то все идет так в таком одном потоке. Люди, ну, у меня есть ощущение, что люди просто, ну, вообще не отличают ничего, просто, ну, как бы видят бамбуковую вот дудку человека, и для них это, ну, в принципе, все в одном потоке. Мне так кажется, я не знаю, честно сказать. Вот, ну, такое ощущение. И тут вот тоже тонко. Я совершенно не за то, что существовали какие-то градации, ну, и как бы сам это вот когда-то и не любил, и сейчас я к этому так отношусь, да, что какие-то вот там патриархи там или какие-то чины или еще что-то. Но вот это вот само внутреннее понимание, оно, мне кажется, что, ну, как бы должно быть, да, то есть, ну, по крайней мере, я понимаю это для себя, то есть, если я слышу игру какого-то человека, я понимаю, даже это не обязательно какой-то там патриарх или какой-то там именитый мастер, а вот мои там друзья и коллеги, ровесники, ну вот те же там и Карине-сан, и Черри-сан, и там Алекс-сан, и Гоша-сан, все вот саны, я их воспринимаю с большим вот восхищением, уважением и какой-то вот, ну, учусь этому, вот этому невыразимому какому-то, да, то есть определенному. Потому что за этой игрой стоит, ну, опыт жизни, не только вот просто переставление там пальцами или еще что-то, а именно, ну, вот великие люди на самом деле, то есть вот, ну, я не знаю, Черри-сан это доктор, там, Алекс-сан тоже, люди, которые, ну, можно сказать, спасают людей, спасают жизни людей, преобразуют, это величайшее вообще, как бы, вот, ну, дело жизни, как назвать, величайшие вещи, вот, что они вот делают. И каждый из тех, кто играет, что-то такое вот делает, что, ну, великое, великое. И вот это вот, при этом это скромные люди, они никогда там себя там не выпячивают, не выставляют, не кричат нигде, скромно делают свою работу. И вот их игра через это все равно что-то просачивается, протекает вот этот опыт, вот эти все ощущения, все это пережитое раскрывается, вот это, не знаю, как назвать, сердце, душа, как угодно назовите, опыт, он через эти все звуки идет. То есть этот простой звук вот этих наших дорогих санов, это не то же самое, что я вот вижу в Инстаграме, там кто-то подхватил там, и через 5 минут уже вот там начал там делать сайты, публиковать там свои какие-то достижения и так далее. Вот. Но вот внешне это выглядит все как будто бы одинаково. Вот что я хотел сказать. И не то чтобы это такое мое вот, ну, как сказать, ну, может быть, переживание в том смысле, что я это вижу, и хотел бы этим поделиться, в том смысле, что, может быть, есть люди, которые
как-то краем уха, краем глаза это ощущают, но, ну, скажем, сомневаются, а так это не так, ну и вообще как-то ну, колеблется, что ли. Вот, наверное, для этих людей. Потому что для тех, кому все равно, ну, так сказать, вот все равно, они даже и не дойдут до этого видео и не будут это ничего слушать, а будут продолжать свою тему. А те, кто, о кого я вот с уважением сказал, они и так это все знают, что я пытаюсь вот сказать, и чувствуют, и тут и не надо, не нужны мои какие-то там объяснения, так сказать. Вот. Поэтому, друзья мои, особенно, ну, и вот я опубликовал тут недавно такое-то видео с иллюзией вот этой флейты, когда, как ее показать, она большая, маленькая, это то же самое, вот, вы можете смотреть и видеть одно, но потом ракурс поменяется с вашим опытом, с вашим погружением, и вы то, что вы считали вот большим, оно раз и меняется, то есть наоборот происходит. Вплоть до наоборот. Ну или открываются какие-то другие оттенки. То, что вначале я говорю, что кажется, вот, о, это там совсем просто. А оказывается, когда вот проникновение происходит, оказывается, там очень даже непросто. И очень много оттенков, очень всяких много вещей. Но это проживается, это нельзя вот. Ну, точнее, это можно поверить, вот так сказать, в это, и убедиться потом, просто прожив там 15 лет, или там 20 лет, или сколько-то. И потом, да, это действительно вот так. Или наоборот, сказать, ты что это за чушь какую-то мелет? Вот сейчас тут раз, все. А потом, ага. И оказывается, что вот все так и есть. То есть тут в любом случае придется убедиться в этом. Ну, конечно, есть, наверное, люди, которым, так сказать, и все и нипочем. Вот, они тоже по-своему, наверное. Я тоже по-своему это как-то меня восхищает, когда вот, ну, уже, так скажем, все вокруг все факты, все пока говорит вот об одном, а человек, ну, как будто бы, допустим, и не видит этого. То есть это тоже какая-то способность, мне кажется, удивительная. То есть, как бы вот солнце светит, а человек говорит, нет, ничего не светит. Такое тоже может быть, и то есть мир полон вот этих всяких удивительных вещей, которые наблюдаешь, и если нет вот этого уже отпала внутренняя серьезность вот этого, ага, не так, это не тот, или так, не так, ну, по крайней мере, как вот у меня это происходит, то есть я могу чем-то восхищаться, могу чем-то как бы, ну, что-то меня вводит в какое-то удивленное состояние, как бы вот как это вот так. Вот. Но это не в том смысле, что ага, он там негодяй там сделал там чего-то. А в том смысле, что это вот такое удивление, которое, ну, невозможно, то есть которое просто, ну, вот переживается, да, то есть там, и оно может быть, ну, как бы с оттенком, ну, вот именно такого восхищения, ну, как это сказать, позитивного, так сказать, и с оттенком такого, как бы, негативного. Но на самом деле, в моем случае, ну, по крайней мере, я так внутри это переживаю, что нет никакого негатива, а есть вот удивление такого, ого, вот, как это мы, Гоша Мцаканов придумал такое выражение «секухачина». Мы там обсуждали одну, всякие вот там есть такие «секухати в соль», «секухати ля», «секухати на». Вот, я даже тут такую какую-то речевку разыгрывал для себя звуковую. Знаете, такие есть, это с чем связано? С тем, что люди, которые всю жизнь разговаривали матом, наверняка таких встречали, и они, когда попадают в культурную среду, не могут сказать, ну, как бы полноценным матом, понимают, что все-таки как бы. И они используют окончания всякие. Ля там, ну я ля, я на. Вот. И вот тут вот, когда появляется секухати ля, секухати на, происходит такая вот смешная штука. Вот. Секухати в соль ля на. Вот. Ну, это такое отступление, как бы. И вот придумали выражение секухачина. То есть, как бы не секухати, а секухачина. Вот. И, ну да, это вот, если смотреть на это вот, ну, как бы более, так сказать, отдаленно, то это, на самом деле, часть вот этой всей игры, да, то есть есть великие мастера, там какие-то патриархи, там это, и есть вот ребята, которые просто вот увидели, а я тоже там, например, как
Я, когда был мне 12, там сколько-то 11 лет, я очень живописью увлекся и много-много там нарисовал всего. И мне вот казалось, ну, сначала я так увидел, восхитился все этими художниками, какие-то выставки ездил. И потом мне вот в какой-то момент начало казаться, о, да, ну, тут же вообще, прям, вот это Айвазовский, вот тут же Луна, там, ну, просто вот это же, прям, вот можно сейчас сделать. Я начинал делать, вот же почти, ну, вот, прям, вот то же самое почти. Вот. И только потом, спустя какое-то время, я, конечно, уже стал видеть, что это вот эта луна, казалось бы, там в небе, казалось бы, вот просто синее небо там или какое-то черное, и какой-то вот просто вот точка белая. Но вот у Айвазовского или там Куинджи или у кого-то эта луна, она прям светит, и ты там хочешь остаться на ночевку возле этой реки там или уплыть там в этот океан и в море. А в другом случае это просто какая-то такая унылое пятно, которое, ну, и как-то и про него хочется быстрее забыть. И вот что делать с этим звуком, что делать с этим? Вот для тех, кто не отличает, для них Айвазовский и вот этот там товарищ, который нарисовал, ну, я, например, в 11 лет там или кто-то, это одно и то же. Вот. Но тут еще сейчас перескакивают в дзенском смысле, некоторые дзенских всяких начитается, и когда, ну, происходит такое как бы умственное заключение. Дзенское — это откровение, когда все едино становится, переживание тотальное единство, а это умозаключение, а все едино, то есть и под эту умственную формулировку попадает все там, да, Айвазовский там и этот, это все дзен, как бы некое такое перескакивание. И в этом смысле вот то, что я, наверное, вот это более точное, что я хотел сказать, что один звук, один Будда, это вот это, ну, как бы вот светящаяся луна Айвазовского или Куинджи. А другое дело, это вот Энса может быть тоже разным. Да. Ну и в заключение вот то, что я в самом начале хотел сказать, что вот я открыл окно, и я, вот было это восприятие, и я потом немножко играл на флейте, и это было так примитивно, спокойно, но в то же время это вот в большей степени выражало, чем я бы сыграл даже сейчас искусно как-то, или специально, или даже очень хорошо, восхитительно, еще как-то. Но вот это вот простота, и ее сложно зафиксировать специально. То есть вот это редкий случай, когда это удается, и это тоже особый вид искусства. Вот так как бы перенастроиться, ну, пройти через какие-то вот фильтры мгновенно, и ну, чтобы вот эта простота проступила. Это тоже очень великое искусство. Вот этой простоты, великое искусство. Это нужно понимать, что это великое искусство. Эта простота не такая, абы что и абы как. Это тончайшее, высшее искусство, друзья мои. Спасибо. Играйте на секухате.